Ой, ты, думушка, дума тяжкая, давишь сердце мне, не вздохнуть. Улетела б я вольной пташкою, да вот клетка мне застит путь. Улетела б я вольной пташкою, осветила тьму солнце истины, никуда б теперь мне не свернуть, только ветхими снова листьями устилается новый путь. Осветила ж тьму, осветила тьму солнце истины, а в эту клеть попала я своей волею. Никого я в том не виню. Оправдаться бы тяжкой долею, мол, попала я уже в колею, оправдаться бы тяжкой долею. Только проку нет в оправдании, сердце связано ком в груди. Обрету ли я покаяние наставшимся мне пути? Обрету ли я покаяние? Ой, ты, думушка, дума тяжкая. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лавровские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Лидия Андреева и Сергей Антонов из Свято-Елизаветинского Минского монастыря. Вот спели такую песню протяжную, задумчивую, о покаянии. Расскажите, пожалуйста, да, немножко. Ну, во-первых, мое послушание, когда началось, и я основная моя тема. Вот иногда там поешь и говорят, а спойте что-нибудь. Я говорю, что-нибудь по телевизору будет. Я не могу изменить вот этой теме покаяния. Наверное, она меня очень волнует. И вы знаете, и вот такое чувство, что я не ошиблась, вот, что иду с такими песнями. Люди могут послушать всякие песни. Да, где угодно. Да, где угодно могут послушать. А это они все равно вот слушают, вы понимаете. Поэтому... И вот приехал автор этой песни, и мне на второй день говорит, что ты так ее медленно поешь? А он такой, как бард. Я говорю, батюшка, вы вслушаетесь в содержание своей песни? Он говорит, вообще-то да. Я говорю, она вот покаяние. И я ее по этому такому народном, говорю, плане, вот так акапельно сделала. Ну и мы с ним так очень хорошо пришли к общему знаменателю. Я ему, пользуюсь случаем, передаю низкий поклон. Он около Киева, там деревня Сулимовка, московский патриархат, по-моему, он батюшка там протоиерей Сергей Киселев. Ну и еще я хочу об этой песне что сказать. Однажды в больницу я приходила, там палата такая большая, 6 человек. И все время они пойте, я просили меня. Я сама ходила там подлечиться, ну и больше подлечила, что послушание несла.
А потом там маленькая такая палата, 3 человека, я все заходила, там такая старушка лежала, и я ей неделю проповедовала, говорила о Боге. Она, ну, знаете, отвечала, как без Бога не до порога, и все на том, и все на том. И вот действительно там, где кончаются слова, начинается музыка. И однажды там привезли тяжелую больную в ту палату, и нельзя было там петь. Я говорю, ну, пойдемте в эту маленькую. И вот там я спела эту думушку, и вот бы вы видели эту бабушку. Она вся, во-первых, сидела красным, мы думали, что ей плохо стало. Она плачет, сидит и говорит, приду домой, попрошу сыночка, чтобы он меня обязательно отвел в церковь, чтобы я исповедовал, чтобы я причастилась, вот тогда уже буду смерти ждать, вот после этой вот думушки. Понимаете как? А я ей неделю перед этим, вот, поэтому, наверное, надо петь духовные песни, надо покаянные песни петь. Это вот такой мне был пример. Вот я тоже всегда ищу такое подтверждение действия песни. Вот оно было вот, вот именно в больнице. Вот такое вот было подтверждение. Ну, еще я очень, конечно, знаете, я не очень люблю сочинять песни. Нет. И у меня это, по-моему, такого удара особого нет. Но больше всего мне как-то вот хочется исполнять. Исполнять вот так, чтобы вот, чтобы дошло вот, как говорится, от сердца к сердцу, чтобы эта песня. Еще мне очень, конечно, нравится Андрей Логинов стихи, конечно, великолепные. И вот после того, как почитаешь такие стихи, или уж наш православный классик и романах Роман, мне повезло, что он у меня в гостях был дома. Да, очень повезло мне, мы встречались с ним. Поэтому и романаха Романа я, конечно, очень люблю. И когда я заканчиваю, какое бы я послушание ни заканчивала, все говорят, а родник... Понимаете, они народными стали его уже песни. Вот, родник поешь, обязательно там радость моя. И вот больные такие вот сидят, а их наколят уколами, они вот не могут, ничего не реагируют. Как только запоешь родник или радость моя, они начинают подпевать. Они знают слова. Врачи думают, что они там ничего не понимают. Они слова все знают даже, понимаете как. И вот я увидела, нашла в одном сборнике, по-моему, «Горькое слово» у иеромонаха Романа, там 2 четверостишья, «Не оказаться сиротой Казанской». Что-то читал, 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 потом думаю, а вот, может, романс такой духовный получится. Ну, вот, и, вот я давайте. Его могу исполнить. Да. «Не оказаться сиротой Казанской, тому, кто не познал на склоне лет, нет больше чести, чести выше царской, быть Божьим человеком на земле, нет больше чести, чести выше царской, быть Божьим человеком на земле. Но мало кто сумел освободиться, отстать от суеты лишних слов. Разбойник пред Христом склонится, виня себя за мировое зло. И как разбойник пред Христом склонится, виня себя за мировое зло. Не оказаться сиротой Казанской тому, кто не познал на склоне лет, нет больше чести, чести выше царской, быть Божьим человеком на земле. Нет больше чести, чести выше.
Господи Божьим человеком, быть Божьим человеком на земле. Спасибо, Господи. Вот я как раз и подумал, что песня, да, если ее искренне исполнить, с добром, если она прочувствована через душу, она вот пробивает этот панцирь, да. Люди все вот в своем мироощущениях, в своих болезнях, в панцире гордыни своей непробиваемой. А песня находит все-таки какой-то... Она как бы ищет где, раз, и попала в сердце. Такое свойство песни. Если искренне это все делать, конечно. Сначала нужно, чтобы она вот сюда попала, к тебе, да. И тогда ты ее можешь вот отдать. Вот как вы сказали, от сердца к сердцу. Тогда ты это можешь отдать. Я тоже хочу поделиться песней. У меня есть такая же песня. Я вот исцелился в Антоний-Сийском монастыре от смертельной болезни. И в памяти об этих воспоминаниях, как я это все увидел, как монастырь увидел, у меня осталась песня. Она называется «Окунаясь в тишину храма». Я думаю, может быть, она так к нашей передаче подойдет. Окунаясь в тишину храма, я иду по тишине прямо. Впереди сияет вся слава, поворачиваю направо. Ниц паду, душа моя плачет, преподобне, видишь, путь начат. Помози мне в тишине храма перед Господом стоять прямо. И на страшнем, на суде грозном не соломой быть плодом лозным. И очнувшись в выгребной яме, ощутить себя в святом храме. Тишину храма я иду по тишине прямо, я иду по тишине прямо, я иду по тишине. Песню посвящаю Свято-Елисаветинскому монастырю, отцу Андрею, всем сестрам, вот, матушке Фросине, поклонным низкие из Петербурга, от отца Анатолия. Надеюсь на наше сотрудничество. Я знаю, что отец Андрей сейчас строит большой концертный зал, что он большой любитель искусства, да, культуры, покровитель, можно сказать. Жду не дождусь, когда это вот все произойдет, это будет нечто. Я думаю, что это в нашей культурной жизни, я уже называю это наша страна, нашей страны, потому что мы, ну, конечно, мы кто? Православные, да, люди. Конечно. Вот. Это будет событие. Вот так вот, там, где Господь, да, там все оживает. Казалось бы, психиатрическая больница заброшенная, завалена. На месте храма была куча мусора, да, как, наверное? Ой, там такое было место, как страшные бараки эти старые. Вот на этом месте Свято-Елисаветинский храм как раз сейчас стоит. Да.
Так что... Это, ну, в таком скорбном месте. Да, с Божьей помощью-то все возможно, оказывается. Все, все, только с Божьей помощью. По-человечески это даже непонятно. Да, я сам-то вот строю храм в Осиновой роще в Петербурге. Пришел, нет возможности, вот разрушили храм в 30-е годы, а восстановить, вот разрушать можно, да? А восстановить быстро. Не дают, потому что документов не сделать никак. Нашел трансформаторную будку, нашлись люди добрые, работа закипела. Сейчас это храм, никто никогда не догадается, что это была будка. Вот, уже год литургии идут. И такие чудеса там у нас происходят. Я поставил даже сцену вот прямо у храма летнюю. Потому что люди могут прийти со всей окрестности, подойти к храму, и могут послушать песню православную. И фольклор там у меня звучит, и инструменталисты. Прям выходят люди с литургии и попадают на концерт. Прежде чем домой пойти, они еще напитаются. Вот потому что песня, искусство находит свои пути вот к сердцу человеческому. И вера попадает прямо вот, в прямое попадание. Ну, расскажите еще что-нибудь чудесного. О своей жизни. А у нас все время чудесное. У нас в больнице это сплошные чудеса. Вот именно настоящие такие чудеса. Не то, что там вот все чудо какого-то ждут. А вот, ну разве не чудо, что мы все вместе сейчас? Вот? Что мы ходим в эту больницу? Что когда-то проходили мимо? Что мы сейчас живы, есть возможность покаяться? Вот чудо Божие, что Господь нас, пока мы еще не там, вот... как хорошо. Мы все, вот понимаете, вот сестричество у нас, ну действительно, вот, ну идешь, вот и радуешься, и даже вот идешь ты просто без облачения, тебе здравствуйте, сестра Лидия, там, доброго здоровья, и больные, главное это, а вы в нашем отделении были, вот, понимаете, как вот, настолько это сердцу дорого. Ну а насчет дисков, я упиралась, конечно, долго, и вот недавно на сельский храм пригласили, подходит ко мне такая женщина, симпатичная, лет 40, мужа подводит, сына студента. А когда будет ваш третий диск? Я говорю, ой, ну это еще, я даже не думала о третьем диске. Ну так, мы через ваши диски к Богу пришли. Вы знаете, у меня было состояние не радости, нет. А вот опять покаяние, что я вот так поступала, понимаете, как бы. Да, ну да, вот, знаете, как бы так по-человечески. Да вот пусть это только семья, вот им... Хотя там песни тоже, там и знакомые. Но они-то... Ведь меня Бог-то только использует вот как какой-то винтик. А я там, видите, я такая вот, я не хочу. Поэтому каюсь я вот. И я приехала домой, я это когда рассказывала мужу, он говорит, ты что, муж, я говорю, какой там? Я говорю, я испугалась, говорю, больше всего. Что как же я так могла? И поэтому я поехала третий диск писать. И мы... Ничего. Помру там, ничего страшного. Ну, напишу. С возрастающим чувством ответственности, да? Да. Ну, это большая ответственность, оказывается. Я думала, просто так вот написать. Нет, это очень большая ответственность. Поэтому, а у нас батюшка, он прозорливый. Если вот он как благословил, как скажет, вот так оно и будет. Угу. Он мне сказал, что будет в Петербурге, погода будет для тебя нормальная. И точно я приехала. Спасибо, Господи, батюшка. И погода хорошая. Да. Я, знаете, я тоже служил одно время в психоневрологическом диспансере здесь, в Петербурге. Так получилось, вот мне удалось. Я нигде такой службы нигде еще не встречал, как там. У меня такое ощущение, что я висел на воздухе во время службы. Их привели, принесли там кого лежачего, какого... Да, да. Они все вот такие скрюченные. Вот, это дети. Они воспринимают все вот так вот. Они, у них широко открыты глаза. И сколько у них смирения. Вот. Но они же, их Господь смиряет этой болезнью. Может быть, у них чувства и получше развиты, чем у нас, которым кажется, что они психически здоровы. Там одну маленькую женщину... Она, у нее ни рук, ни ног, и вот ее так сдали, она так и лежит там 40 или... Она вот такого размера небольшого. Когда я пришел причащать в палату, ее стали искать. То есть ее просто... Там меняли белье, ее завалили грязным бельем. А она не говорить не может.
не двигаться, ничего. Она просто лежит, и все. У нее одни глаза. И лицо, кстати, обыкновенное человеческое лицо. И такое... И она на меня... И вот, когда ее стали искать, я стал ее причащать. У нее такие глаза, вот как вы говорили, да? Такой из них свет шел, такая благодарность, вот. Что благодаря, значит, причастию еще там... Просто ее завалили и забыли. И сколько она там пролежала, вообще неизвестно. Это ужасно. Но, с другой стороны, видите, Господь так вот распорядился. И в Царстве это небесном, там нам руки, ноги-то вообще... Ни коллег нет, ни инвалидов. Да. Так что, кто будет последним, тот первым будет. Дай Бог. Вот. Есть у вас что-то еще? Ну, да. Можно у нас... просто, знаете, исполнить просто в конце такую песню. Вот, да. Я думала, одну авторскую. Нет, я исполню вот песню, знаете, тоже. Почему? Потому что ее всегда очень больные тоже просят. Угу. Дело в том, что, вот смотрите, было так у Джона, он же крымский татарин все-таки был. А смотрите, как творчество его опережало его состояние. Угу. А стал же православным все равно. И поэтому вот его творчество, оно есть православное, а он уже в конце жизни. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Трусливому дай коня, скорбящему утешение, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть. Дай передышку кроткому, хоть до исхода. Всем понемногу.
еще хватает времени и огня. Слепой душе дай прозрение, и не забудь про меня. Слава Богу за все. Спаси Господи, дорогие мои. На этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. У нас были гости из Минска, Лидия Андреева и Сергей Антонов. Свято-Елизаветинский женский монастырь. Всем Божье благословение, поклон из Петербурга и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. Приезжайте к нам в монастырь. До свидания.